нарушаете правила дорожного движения? Хорошо. Законопослушный граждан. Хорошо, тогда возьмите. Наверное, водители впервые рады, что их остановил сотрудник ГИБДД. Сегодня есть повод. Госавтоинспекция поздравляет мужчин с наступающим праздником. На календарях, которые дарят детские рисунки. Многих акция удивила и подняла настроение. Всегда соблюдайте правила, берегите себя и своих близких. Сегодня же почетными грамотами наградили 10 военнослужащих Алтайского края. Для них 23 февраля в первую очередь День Красной Армии. Почти каждый отдал родине более 30 лет жизни. Губернатор региона поблагодарил мужчин за многолетний труд и отвагу. Вся моя жизнь была посвящена послешкольной скамье вооруженным силам. Ну и до сих пор продолжаю передавать свой опыт молодому поколению, нашим студентам. Ну и какой же праздник без подарков? Мы решили узнать, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля. Я бы хотел, чтобы пришел диск одной группы, которую я заказал. Ну, то есть музыкальный. Можно топор, знаете, такой походный, складной, ну, домашний. Не мясо рубить, а так, чтобы с собой всегда носить. Новую машину. Его нужно вкусно на завтрак покормить, обедом удивить, ну и ужин романтический тоже, я считаю, прекрасный подарок. Кстати, завтра в одном из торговых центров Барнаула пройдет первый в истории города чемпионат бородачей. В другой торговой точке выберут супермена Барнаула. Так что праздник, в центре которого мужчины, продолжается. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости.